Газманов, я сейчас смотрел какой-то сюжет федеральный, и там Газманов говорил о людях, тявкающих из-за границы. И я, в принципе, понимаю, о ком он говорит, даже, в общем, в этой комнате. Так вот, я вспомнил, как Таня его поставила на место, когда он знаменитый был, приход Газманова в ОСП-студию. Так. Там была вот эта рубрика «10 минут в прямом эфире сы». И Газманов там вышел из себя. Ну, там, знаешь, мы задавали вопросы из зала, маскируя их как бы под телефонные звонки. Вот такой был ход. В какой-то момент он прям выходит из себя. И он говорит: «Вы паразитируете на нас, на звездах, зовете нас и паразитируете на нас». Что ты сейчас тявкаешь из-за границы? А Таня ему говорит: «Да, — говорит Олег, — зовем-то мы звезд, а вот приходит».